был моим братом! Умри! Если меня узнают, будет плохо. Пришел твой час! Бей! Справимся! Нельзя бегать вечно! Эйвор, ну что? Твой отец умер. Что? Как? Брошь, знак дома Хундбьорта. Я нашел ее у его тела. Нет. Нет, не может быть. Он сильный. Он опора Линкольншира. Он не мог умереть. Он... О, бедный мальчик. Мне очень-очень жаль. Я мужчина, Ахан! Слышишь меня? Я мужчина и сын своего отца! Помни об этом! Держи себя в руках. Теперь ты глава рода. Еще один лебедь улетел. Я последний в роду. И род этот вымирает. Прости, Хунвальд. Еще до того, как твой отец исчез, я позвала священника соборовать его. Что? Я не сказала раньше, потому что надеялась, что его спасет чудо. Ты солгала! Пустоголовый Плакса, когда же ты повзрослеешь? Боже, пощади эту женщину. Ей не следовало молчать. Ее долг был рассказать правду. Хунвальд — сын покойного Элдермана. Он займет место отца. Должность не наследуется, но его может поддержать совет Шира. Затем его должен утвердить король Кёлвульф. И кто входит в этот ваш совет? Знатные люди, лорды. Мы собираемся, чтобы управлять делами Шира. Я давно собирался созвать всех на совет. Но из-за неприятностей в Линкольне и набегов разбойников нам было не до того. У нас есть такой же обычай — созывать Альтинг. Народное собрание. Народы, столь похожие друг на друга, должны жить в мире. Возможно, отныне так и будет. Кто, кроме Хунвальда, хотел бы занять должность Элдермена? Признаюсь, я хотел бы предложить себя самого. Под моим надзором в Шире, наконец, воцарился мир. Я тоже претендую.
Мой род издревле связан с этой землей. И я могу с гордостью сказать, что подружился с данными Севера. Хорошо. Священники оповестят людей. Совет соберется через пару дней. Заходи ко мне, Эйвор. У меня для тебя кое-что есть. Тебе должно понравиться. Я найду время. Эйвор, мы можем поговорить? Как христианин с язычником? Я сожалею, что был столь груб с тобой раньше. Мне стоило проявить доброту и любовь, как велит нам Бог. Любовь трудно подчинить своей воле. Ты прав. В любом случае, спасибо, что развеял эту тайну. Надеюсь, ты придешь на совет. Смерть Хунбьорта больше не тайна, и враги Хунвальда оживятся. Я должен найти его первым. Аха пошла его утешать. Последуй за ней.